Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш. Будем проходить новые волны и трэшевать по локациям. Так, что у нас интересного есть? Интересного у нас... Нифига, шучу. У меня всегда интересно. Думаю, просто над вторым каналом по поводу этой игры. Такс. Поехали. Invasion. Invasion. Апнул я уже, ребятушки, 40 волн. Вот с моего клана тоже парень. Тоже качается. 211 тысяч силы. 27-я шапка. Он знает, почему он шапку качает. Кстати, у него тоже немало нехило-то героев. Так, окей. Поехали. Забираем плюхи. И что мы видим? Есть новый, ребятушки, именно новый бездонатный герой, которого можно будет получить за прохождение волн. Сейчас мы попробуем его собрать и посмотреть на него. Так, это у нас плюшки нам дали за прохождение 40 волн. Поехали сюда в алтарь. Так, 13 героев у меня. Вот, поля, видите, это ее можно было там получать. Так, отлично, апнули. Скилл. Апнули. Второй пассивный тоже апнули. Отлично. Ну, левел я ей пока поднимать не буду. Бессмысленно. И так куча героев, не успеваешь всех прокачивать, честно говоря. О, здесь мы можем уже апнуть. Не хочу оставить на шапку, не хочу делать ей перерождение. Чем ничего больше такого нету, да? Да, вроде с героями все, но я сейчас начну фармить опять. Будут у вас новые прокачки героев. Так, отлично. Вот тут можно апнуть. 501. 501. Апнул я пол ляма. Так, окей. С этим разобрались. Поехали, ребятушки. Будем фармить сейчас нового героя. Посмотрим, какой он. Посмотрим вообще, что это за волна. И как ее пройти. 41-я волна, ребят. Я чувствую, меня тут просто ушатают. Куча юнитов. Дофигища, дофигища юнитов. Минотавра опять уберут, я не успею даже его отхилить. Да, жесткие они, я вам скажу. Юниты юнитами, первая волна уже. Минус один у нас. Ну, в принципе, не страшно. Блин, какого фига авто вечно срабатывает? Так, нормально. Ну, я не скажу, что она сложная, честно говоря. Четвертая. Вообще, мне кажется, легче, чем сороковая.
Там опять шапка была. Так, и теперь босс. Надо было шапку, наверное, все-таки на босса оставить там. Ну. 41-й паладинчик этот. Ну, в принципе, он не страшный. Но уже 41-й, блин, левел. Ну, как-то налегке, я вам скажу. Окей. Отлично, получили. Поехали следующую. И сразу же потом посмотрим, что это за герой. По-моему, я его видел уже на арене, на аккаунтах, ботах. Посмотрим, действительно это он или нет. Пантера там такая бегает, но ну, реально очень прикольная пантера. Мне она очень понравилась. Гады, блин. Все равно минотавра сливают. Надо их будет поставить в линию все-таки. Ну, тут видите, наземные юниты, в принципе, волны 40-е, я так понял, вообще не сложные. Посмотрим, что будет дальше по героям, которые будут вместе с ними. Так, третья волна. Четвертая. На четвертую шапка. Наверное, лучше ее оставить на пятую. Да, оставлю ее заряд, наверное, на пятую. Тут, в принципе, и так справимся. Отлично. Шапка, конечно, это просто жесть. Ребята пишут, многие это космо, но мне больше шапку напоминает. Особенно шарики. Дас видос. 3,5К выбивает. Офигеть. Жесткач. Да, Минотавр что-то меня тут вообще не впечатляет. Надо будет заняться прохождением подземок. Возможно, там все-таки получше будет. Как-то волны здесь полегче, или это просто начальный уровень у них, они полегче проходятся. Ну, пока, честно говоря, изи как-то. Так, пятая, босс. Как вжарит кого-то с моих. Не успела. Интересно, как потом дальше можно будет эти осколки получать, их будут давать или не будут давать. Вон там много, видите, на каждой дают по героя.
Так, 44-я волна. И Болк Рома тоже вроде неплохо бьет. Так, четвертая. Ну, в принципе, нормально. Шапку оставим на пятую. Видите, автопроком немножко не то получается. Зачастую он раньше включается, чем нам надо. И друида можно раньше включить, а он включается попозже. Ну, отлично, тут вообще всех оставил. Так, 44. Вот, наверное, это Пантера, ребят. Вот это, скорее всего, она. Очень похоже. Ну что, поехали 45-ю. Да, здесь легче фармиться однозначно. Так вот надо волны фармить. Без всякой расты себе. Просто стал поближе героями. Вообще надо их, наверное, к самой дырке вынести. Такс. Ну и что тут у нас будет? Вот он, стрелок. Дас видос. 44-й уровень, офигеть. Сорок пять волн, ребятушки, зафармлено. Получаем. Плюшечки, отлично. Ну что, поехали, посмотрим на имбу. Теска какой-то. Ну, посмотрим. Ух ты! Не, это совсем другой герой, это не тот. Блин, нифига себе. Ну-ка, посмотрим, что он может. Давайте подкачаем его. Так, Tesco attacking dealing 24 плюс 32 10 targets and healing himself for 30%. Думаю. Блин, крутой скилл, он себя отхиливает. Нифига себе. Прикольно. Так, это понятно.
Блин, прикольно. Мне он уже нравится. Блин, круто. Думаю, он будет интересен. Давайте 10-й, я хочу шапку апнуть на 30-й уже. Не хватает нам, да? Ну, это мы доделаем. Поехали, попробуем. Посмотрим на него вообще действие его скилла в рейде где-то. Интересно, интересно. Да, это он. Я думал, это не он, это он так бегает. Сейчас подойдем к герою, посмотрим. Самое главное, что он для всех. Ну, давайте. Что-то я не видел, что он там себя отхилил. Ладно, сейчас зарядим еще разок. Но массовый, опять же, тоже круто, то, что он массово бьет и наносит нормальный дамаг. Так, вот, отлично, сейчас зарубимся с палачом этим. Сейчас пусть нас подрубит нормально. Но я скажу, он так неплох, неплох. Критует. Там, наверное, фигню он восстанавливает, потому что он у нас не прокачанный. Мы сейчас еще разок посмотрим. Ай-яй-яй, вышел. Кубки потерял. Ладно. Не страшно. Дофармлю потом. Такс. Ну-ка, идем еще разок на него посмотрим. Ну, думаю, он реально тоже будет очень крут. Ну, посмотрим. Посмотрим, как он себя будет хилить. Но я думаю, это будет интересно. В общем, прокачаем, потестируем. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых героев, новых видосов. Всем удачи, всем пока.